Поймали с поличным почти 130 граммов героина, изъяли полицейские в Самаре при задержании наркоторговца. На его след правоохранители вышли после задержания одного из его постоянных клиентов. В ходе расследования он и вывел оперативников на продавца. Все подробности в нашем сюжете. Улица Мариса Тореза. На оперативных съемках это не утренняя линейка, а задержание преступника. В ходе обыска у парня из одного кармана оперативники вытаскивают курительные принадлежности, зажигалку и сигарету. В другом, как и предполагалось, героин. Три свертка общим весом 13,5 граммов. Молодой человек направлялся на встречу с покупателем, но такого поворота событий он точно не ожидал. Это твой наркотик? А чё ж сразу не выдал? Забыл? Испугался? При обыске квартиры изъято еще два свертка с наркотическим веществом общим весом 115 граммов и весы. Задержанный в настоящий момент сотрудничает со следствием, и мы выясняем, у кого конкретно он покупал столь крупные партии героина. Наркоторговец ранее был судим за хранение наркотиков. Теперь еще и за сбыт ему грозит срок от 7 до 20 лет лишения свободы. Руслан Ишуков, Виктор Соколов, Новости губернии.